касаться, но коснуться. Давайте эти примеры себе тоже. Тоже написание зависит от чего? От суффикса «а». А еще слово «коса». Слово «коса» есть. Слово «косой». Оно нас не очень сейчас заботит. Потому что «коса» по значению плохо связано с «касаться». Правда? Да, но корень один и тот же. Слово «коса» – многозначное слово. Более того, у этого слова есть свои омонимы. Бывает коса, которую мы косим. Да, правда? И есть коса у девушки. Бывает коса у девушки. Бывает коса на море. Коса бывает коса на море. На условии то же самое. Конечно, тоже корень «кос». Кос? Кос. Коса во всех значениях, да? Мы пишем ее «коса». Там нет суффикса «а». Там есть окончание. «Косой» есть. Слово «косой» есть. Ну, я. Можем ли мы там ошибиться? Нет. Нет, потому что «косой» он косит. У него глаза так чуть-чуть. Как будто бы у него раскосые глаза, и он косит в разные стороны. Если про человека сказать «косой», это как? Это косой, да, если стреляет из пистолета, он мажет. Да, а почему он мажет? Потому что у него зрение плохо. У него со зрением плохо. Но косой, это, согласись, не тот человек, это... у которого со зрением вот плохо. Он, у которого один глаз или даже оба смотрит куда-то не туда. Раскосый. Человек, у которого... Раскосые глаза. Раскосые глаза. Значит, они действительно смотрят в разные стороны. Они косят. Именно так. Вот как ты сейчас показал. Но когда мы встретились с корнем «кос» или «кас», мы тоже смотрим на суффикс «а». Прикасающийся. Как я могу написать «прикасающийся»? Суффикс «а» значит «кас». Суффикс «а» значит «прикасающийся». Прикоснувшийся. Прикоснувшийся. Если суффикс «а» за корнем, мы пишем спокойно в корне, в данном случае «а». Касаться. И исключений, слава тебе, Господи, тут нет. Ура! Ура! Их нет. Прикасающийся. Почему пишу «кас»? Пишем, словечко. Длинное. Причастие. Прикасающийся. Почему в корне «а»? Потому что «а» – это суффикс. Потому что дальше есть суффикс «а». А если исключение больше, чем слов по правилам? Такого не бывает. Значит, наоборот. Если есть прикоснувшийся, то почему «кос»? Три «коснувшийся»? Потому что нету суффикса «а». Есть суффикс «ну». Прикасаться или прикоснуться. «Кас» и «кос». Слушаю. Прикоснувшийся. Прикоснувшийся. Целых два суффикса. На всякий случай. Это все маленькое.
Коснувшийся. Суффикс «ну» значит «о». Любой другой суффикс значит «о» в корне. Суффикс «а» прикасаться значит «а» смело пишем в корне.